Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы, недельная глава Хаисара, жизнь Сары. Написано, что Авраам был стар, пришел в лета, а Всевышний благословил Авраама всем. И вот теперь ему 140 лет, и он решает женить Ицхака. Пришло время, Авраам ищет ему достойную невесту, но мы с вами уже читали, что после того, как Авраам принес Ицхака на жертвенник, и они совершили невероятный поступок, мало того, что Авраам пошел на то, чтобы выполнить повеление Всевышнего, принести своего сына в жертву, так еще Ицхак четко подчинился в свои 37 лет, сказал: отец, вяжи меня крепче, чтобы я не дернулся, чтобы кошерно была совершена шхита. В общем, они совершили невероятный поступок и получили огромное благословение. И вот это благословение сбылось в семье арамейца Бетуэля. Родилась девочка особой чистоты, Ривка. То есть эта девочка особой чистоты, хотя она родилась в семье преступника, Бетуэль соответствует слову девственник. Это он назначил у себя в Харане закон, что все девушки после первой брачной ночи должны с ним переспать. То есть первую брачную ночь с ним. Такой был царек. И вот даже в такой семье может родиться ребенок необычной отчаянной чистоты, Ривка. Что делает Авраам? Он не говорит Элизеру, вот возьмешь Ривку в жены, говорит, иди на мою родину, говорит ему, своему слуге, и возьми мне жену оттуда, из моей семьи. Элиэзер говорит, а если не захотят выдать девочку за Ицхака, привезти ее, чтобы отдать мне ее, чтобы я привез ее сюда, должен для твоего сына возвращать туда, в Харан. Авраам говорит, берегись, не возвращай моего сына туда. Бог всесильный, Бог небес доставит тебе возможность. Вот ангел мой пойдет. Ангел будет тебе помогать. Почему Элиэзер думал, что лучше ему свою дочку отдать за Ицхака. Она действительно была праведницей. Но Авраам говорит, то, что ты задумал, ни в коем случае. Только из моей семьи. Элиэзер собирается в путь. Берет 10 верблюдов. Из верблюдов господина своего Авраама. Берет всякого добра, золото, драгоценности в подарки. Отправляется в путь. Путь этот составляет 17 дней. Всевышний делает невероятное чудо. Через 3 часа он на месте. Сразу. Элиэзер диву дается. Подходит он к колодцу. И он говорит... Разговаривает про себя, говорит со Всевышним, вот так он общается, говорит, пусть девица, которая придет за водой, если я ей скажу, дай мне попить из своего кувшина, если она даст мне попить и скажет, и верблюдов твоих напою, то это та девушка, которую ты предназначил для сына моего господина. Это было время... К вечеру, когда черпальщицы приходят за водой, написано, вот приходит Ривка, кувшин у нее, и девушка девственная, мужчина не познавал ее, для чего так написано, девственная, понятно, что мужчина не познавал, но дело в том, что в той местности морали особой не было, то девственницы мало встречались, это была невероятная редкость.
так мало того, что ее никто не познавал необычно, и никто не познавал ее извращенно, то есть со всех сторон она была девственницей. Ну, подходит Ривка, он ей говорит: дай мне попить воды из кувшина твоего. И она быстро опорожнила свой кувшин, дала ему воды попить. И сказала: и для верблюдов твоих начерпаю, пока не допьются вдоволь. И быстро опустилась к колодцу, начерпала воды в корыто, в каменное, для всех верблюдов, до 10 верблюдов. А он удивляется, Элиэзер, как осчастливил Всевышний путь его. Он это просто не может себе представить. Ей всего 3 года. Раша говорит, кто не может это понять, считайте, что ей 14 лет. Но события между тем, как Авраам принес Исхака на жертвник, составляют всего 3 года. И нашему мудрецу ей всего 3 года. То есть то чудо, которое они совершили, отец сыном, осталось четко-четко исполнено. То есть Ривка родилась. И за 3 года она взрослая. Как можно напоить 10 верблюдов? Верблюд за раз выпивает 100 литров воды. Как его можно напоить? И она справилась с задачей. И она говорит: чья ты дочь? Я дочь Бетуэля, сына Нахора. Бетуэль — это сын Мильки, которого она родила Нахору. И Элиэзер говорит: есть у вас место для ночлега? Она говорит: и соломы, и корм у нас много. Место для ночлега у нас есть. Он ей дарит кольцо, браслеты, очень дорогие вещи золотые, подарил ей. И она побежала домой и рассказала обо всех тех приключениях, которые она услышала, увидела. И... А у Ривки брат по имени Лаван, и он выбежал к источнику. Мидраш пишет, что он просто хотел его убить и ограбить. Это были бандиты, Бетуэль и Лаван. И когда он подошел к источнику, он увидел, что Элиэзер берет, переносит верблюдов через источник. И он понял, что такого силача он не может одолеть. И он задумал хитрость отравить его. Он говорит: зайди, благословенный Богом, я же почистил дом. Что значит почистил дом? От идолов. Все они хорошо знали, что в доме Авраама идолов нет. И он почистил, спрятал идолов. Вот так вот. И когда пришел Элиэзер, то сначала дали корм верблюдам. Потом было предложено есть людям. Что интересно, наши мудрецы замечают, что когда нужно напоить человека и животных, то первого поет человека. Потому что говорит: пей, и для верблюдов твоих начерпаю. То есть сначала человек пьет. А животные, что когда животных, когда пришел он с животными в дом Бетуэля, то сразу накормили животных. То есть животное без еды не может. Первых кормят животных, потом человека. Еще интересно, что Авраам, перед тем, как послать Элиэзера, он снял с него клятву. Он говорит: положи руку под бедро мое, и я тебя загляну, что ты взял жену из моей семьи. И что это значит под бедро? Дело в том, что у Авраама не было еще Торы, не было мезузы, не было тфилина, не было. Даже бокальчика для кидуша не было. У него была одна заповедь — обрезания. Он говорит: дотронься до обрезания, вот, и поклянись. И раб поклялся им, что взвет жену из дома господина, с брата господина, с дома Нахора. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Робот за поднятие души Берта бат Исраэль, Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Самуил бен Герш, Хай Малка бат Йосиф, Мира бат Авраам, Роза бат Михаэль, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Яков бен Нахум,
Здоровья Светлана Батклара, Шимон Бен Ицхак, Борис Бен Мария, Анна Батривка, Полина Пербат, Соня Сура, Лена Батклара, Женя Батида, Анна Бат-Елена, Евгений Бен Софья, Двойра Бат-Мирьям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат-Двойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат-Маэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат-Ита, Фира Бат-Анна, Геннадий Бен Лена, Леор Бен Клара, Ольга Бат-Светлана, Йосиф Дан Бен Саров, Таня Батфрида, Ида Батрива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Батбела, Яков Йосиф Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейга Батберта, Марк Бен Нина, Ира Батвера, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Батцара, Ася Батгода, Мазал Парнасас Гула, Ирина Батури, Арона Ребен Ури, За хороший дух Арона Ребен Двойра, Низ Бен Ахум, Авигаль Батцара, Парнаса и Брюд, Владимир Бен Рая, Марина Батрая, Борис Бен Марина. Всего хорошего, Олегу Марченко. Всем браха Парнаса Кавана, мазал то, что мы это время не грешили, читали Тору. Всем всего самого наилучшего, желаю крепчайшего здоровья, чтобы закончилась скоро эта война, как можно быстрее. И до следующих встреч. Надеюсь, состоится завтра в 15:30. Шалом.